И вот был такой известный безбожник, очень известный, классик атеизма, Людвиг Фейербах. И он написал большую работу, в советское время она выходила аж в трех томах, и она называется «История философии». И прямо в самом начале он пишет: до появления христианства человека как такового не существовало. Человек мыслился как понятие сугубо национальное. Грек был греком, египтянин египтянином, римлянин римлянином. И только с появлением христианства появилось представление о человеке как о сыне человеческом с большой буквы. Это многого стоит, когда безбожник и атеист понимает, что христианство поменяло весь вектор человеческого существования и из незрелого, мясничкового пребывания по своим национальным квартирам христианство вводит народ Божий в единство всей эйкумены Христовой, то есть всей Вселенной.